Навыки единоборства не остаются всю жизнь. Можно пропить мышцы, можно пропить мозги, но навыки не останутся. Приветствую вас, санцеликие варенички. С вами Федорович. Сегодня я хочу начать новую рубрику на своем канале «Челленджей». Что-то вроде типа игры в кальмара, но немножко по-другому, где ребятам понадобится удача, сила, ну и немножко мозгов для того, чтобы все это дело сделать и выиграть. А сражаться мы сегодня будем не просто так, а за отличный приз. То есть я хочу таким образом немножко приучить ребят к спорту, разбавить их будни, ну и, конечно, сделать для вас классный контент. Так, приветствую вас, авторитеты диванных войск, спецназ. Сегодня у нас 5 человек, которые поборятся за суперприз. Суперприз у нас сегодня... Дай, кабак вроде не захватил. Вот он, 100 American Dollars. Кто не знает, сколько это где-то 50 килограммов пельменей или около 50 литров пива. То есть кому как лучше считать, в каких пропорциях. Должно было быть ребят больше, но первый же конкурс прийти вовремя на съемку половину просрал. Поэтому свой шанс упустила. Тот, кто пришел, убрал конкурентов просто своей пунктуальностью. Итак, у нас все будет просто. Чтобы сегодня вам победить, нужно будет 3 вещи. Удача. Удача побольше, чем при покупке пирожка на вокзале. Это однозначно. Второе. Надо будет башка. Немножко подумать. За счет этого вы можете взять себе фору. И третье, понятно, сила. Сила провисеть на турнике. Все максимально просто. Итак, самое первое, начинаем. Подходим, выбираем себе номерки. Пацаны, не знаю, но выбрать номер — это очень важно. Это часть удачи. И встаем туда же на место. Как видите, кстати, уважаемые зрители, у нас сегодня есть кроссфитеры, есть бойцы, есть диванные пельмени. Не будем показывать, кто их 100. Вы сами должны по размерам все понять. У нас будет первый конкурс для головы. За правильный ответ. И просто как викторина, кто хочет стать миллионером. Да, просто вопрос, вы даете ответ. Чтобы дать ответ, надо ускориться, дотронуться до тумбы. Правильный ответ плюс 10 секунд к квизу. То есть у вас фора плюс 10 секунд. Всего будет 6 вопросов. Вопросы какие будут, никто не знает. Даже я не знаю, потому что я пользуюсь программой «Кто хочет стать миллионером?». Поэтому ответ я не знаю сам. И вопросы какие будут, я тоже не знаю сам. Все максимально честно, ни у кого нету никакой форы. Первый. Кого Винни-Пух уверял в том, что он не медведь, а туча? Алексей. Пчелок. Так, ответ С. Пчелок. Верно. Плюс 10. Номер два. Второй вопрос. Кто были легендарными основателями Рима? Ваня. Рому и Рэм. Есть такой вариант Б. Правильно. 1. 10 секунд у первого и второго. Третий вопрос. При падении чего принято загадывать желание? Номер 3. Метеорита. Неправильно. Звезда. Звезда. Звезды. Есть. Плюс 20 секунд номер 2. Это заявка на победу. Чьим гимном была песня «Взвейтесь кострами синие ночи»? Пионеров. Пионеров. Есть вариант Д. Правильно. Плюс 10 секунд номер 3. Автор книги «Борис Ельцин. От рассвета до заката». Оп. Борис Ельцин. Есть такой вариант, прикинь. Но это неправильно. Кто? Левин. Неправильно. Найди там свой вариант. Вау, ох ты хитрый. Подожди, у меня реклама выскочила. Так, ладно, убираем вопрос, потому что из-за неправильного ответа номера 5 приложение забочинило вообще этот вопрос, и мы переходим к следующему. Так.
Нет, это пятый. У нас же пятый остался без себя. У нас 20 секунд у разверни не видно. 10 секунд у первого и 10 у третьего. Пятый вопрос. Что отбрасывает ящерица при нападении хищника? Оп, первый. Вот. Ну, правильно. Плюс 20 секунд. Тоже у первого. На чем, согласно древней версии, держалась земля? Черепахи, слоны. Там что ты дочитал? Что ты дочитал? Это же круто. Это знание истории. Я тоже знаю. Ладно, ладно. Встаем на место, ладно. Паника начинается. Следующий вопрос. Где растут подсолнухи? Первый. На земле есть такой вариант. Правильно. 30 секунд у первого. Хорошо. На этом мы заканчиваем наш конкурс. Итоги. 20 секунд у второго. 30 секунд у первого. 10 секунд у третьего. А теперь суть. Зачем вам нужны были номерки? Сейчас мы разбиваемся по парам. И сначала у нас будет соревнование между двух. Кто побеждает, выходит в финал. Understand? Потом финалисты, соответственно, встречаются втроем. Почему втроем? Потому что пятому номеру повезло, у него нет пары, и он выходит в финал автоматически. Вот почему везение – это важная штука в нашей хитрой жизни. Ну, приступим. Первый, второй номер. 30 секунд у первого, 20 секунд у второго. Отнимаем. Значит, первый начинает залазить на турничок, когда второй провисел там уже 10 секунд. Да, кстати, сразу помажьте руки магнезией. Можно пользоваться магнезией. Перчаток нету, лямок нету. Магнезией, пожалуйста. Хват имеет значение? Нет, хват. Еще раз, висеть можно. Прямым хватом, обратным хватом. Можно на одной руке отдыхать, можно на второй отдыхать, можно подтягиваться, можете на одной руке подтягиваться, делать выходы. Можете разноименным, да. Задача не ставить ноги на пол, все, провисеть. Прямым, обратным, разным, на одной руке, как хотите. А за эту штуку на один хвататься можно? Нельзя. Окей, а менять хват во время еще можно? Да. Руки можно отцеплять, менять. Можно отдыхать руками правая, левая. Турники у нас вот раз, вот два. Да, висим друг напротив друга, смотрим в грозные глаза своего противника. Он говорит, Моля, просто. Итак, приготовились. Сейчас характер суслика против мощи бегемотика. Приготовились. Начинает второй номер. Ап! Время пошло. 8, 9, запрыгнул. Пошла битва титанов. Давай второй. Оставь руки на турнике, но не упадешь. Ну такой. Надо было похудать. А был в той лес ходил. Да. А, победитель номер два! Номер один! Молодец! Хорошо держался! Номер два, чемпион! Вы посмотрите на эту раму! Это ж мощь! Это ж мощь! Сила украинских пельменей! Красавчик! Как ваши впечатления? Прекрасно! Все благодаря настроению моего тренера. Вы выходите в финал! Мы никому не скажем, но он у меня тренируется тайским боксом. Но это ему помогло, видите, занимайтесь тайским боксом. А номер два – кроссфитер! Кроссфитер он! Мы так и не практикуем. Номер четыре без споры, приготовились. Номер четыре. Оп! Время пошло. 5 секунд. Запрыгнул. Пошло время. Пока мы трендели, минутка прошла. Тигры висят. Че так? Руки отказали? Че? Да, не даже забыли. А вчера тренировался? Нет. Не было тренировки вчера? Не было.
Что так забились, да? Отвиса. Масса. Вот в чем прикол, да? Подтянуться. Я знаю, что в первый номер может подтянуться. Сколько раз 30-40 подтянешься, да? Да, кроссфитовским методом раз 50, наверное, вытянешь, да? 50 нет, я думаю, до 40, да. На рывок этот, да? До 40. А в писе дрыщ победил. Я помню, на аттракционах там 1.5 минуты надо было. О, победитель номер 3! Блин, скажут, подстава. Но этот маленький дрыщ тоже у меня занимается тайским боксом. Но это не подстава, я вообще ни при чем. Просто дрыщи, они рулят на самом деле. Ну, тигры-монстры, приготовились, финал. Не хочет, не хочет, да он не занимается. Не, когда-то занимался, да, Лев, года 3 назад, наверное. Больше, да, 10 лет 10 назад, лет 10, ёпты, я уже 10 лет тренирую. Навыки единоборства, они остаются всю жизнь. Можно пропить мышцы, можно пропить мозги, но навыки не останутся. Но это не к нему. Курит, бухает вообще. Если он выиграет, это будет вообще. Просто я сам буду в шоке. Как можно диванному тигру выиграть у монстров. Все, приготовились. Раз, два, а! Три финалиста. Три. Number three. Минутку висим. А прошлые пацаны провисели две. И в их числе был номер три. Начинаем менять хваты. Кстати, никто до этого не менял хват. Что не менял хват? Так я худим, вышел. Не получилось, да? Только одну руку пускаешь, да, и да, все, да? Да. Не, держался подбородком, а подтянулся ты зря, конечно. Ну ничего, силы бешеные, значит. Человек-цигарка уже умирает. А человек-суслик подтянулся. А зря. Ничего, ничего. Вот какая борьба! Третий номер минус, красавчик. Ему было тяжелее всего. Он в прошлый раз провисел, у него... Победите, человек-цигарка! Случайно! Второе место! Второе место! Молодец! Второе место. Поздравляем победителя. Это невероятно. Но стечение нескольких обстоятельств и факторов, да, заставило победу, принесло. Голубка удачи в твои руки. Держи. Поздравляю. Ты был близок. Не расстраивайся. Ты очень близко был. Очень близко. Начал руки менять и просто упал, соскочил. Как вы? Ну вот как? А многие боялись, думали, я ж не этот, я ж не умею висеть. Вы посмотрите на него! Чувак не занимается вообще. Вот скажи, номер 5. Три месяца только не занимается. Три месяца только, а до этого он неделю занимался, перед этим опять 3 месяца не занимался. Я знаю, потому что я каждый день его затрачиваю, что он не в зале. А он курит в это время, вот там, с кофе, и говорит, сильным не надо, слабым не поможет. Все. И это правда. Все. Подборка лидера. Спасибо. Надеюсь, вам понравилась движуха, которая сегодня у нас была. Ребятам очень понравилось. И как вы видите, в нашей жизни не все зависит только от силы или от ума. Еще очень важную роль играет фарт. Кстати, в боях точно так же, как и в принципе в любом деле. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями. И в комментах напишите, кто был вашим фаворитом и сколько вы можете провисеть на турничке. А если вы хотите привести себя в форму или посмотреть серьезные обзоры боевых бойцов, подписывайтесь на мой второй канал. Ну и конечно, возле кнопки подписаться по ссылке вы можете стать спонсором канала, получив плюс 100 к карме и увековечив свое имя в конце видео. Благодарю за просмотр и надеюсь, что вы еще захотите таких челленджей.